Допомога шматдетным маці, інвалідам і бяздетным парам. У Беларусі зацверджаны новыя меры падтрымкі тых, хто мае ў гэтым асаблівую патрэбу. Адпаведныя нормы замацаваныя ва ўказах прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Напрыклад, шматдзетныя маці змогуць разлічваць на зніжэнне страхавога стажу пры налічэнні працоўных пенсій. Якія яшчэ спосабы падтрымкі грамадзян будуць дзейнічаць у краіне, разбіралася Марына Джалая. Валючае некаторых беларусаў пытання памер страхавога стажу для выплаты пенсіі. Новы указ прэзідэнта аблегчыў сітуацыю для шматдзетных маці, якія выхоўваюць чацвярых дзяцей, яны старэйшыя за 8 гадоў. Жанчынам будзе скарочаны страхавы стаж для працоўнай пенсіі да 10 гадоў. Для астатніх катэгорый гэты стаж ужо 18, а да канца пяцігодкі будзе 20. І яшчэ адзін нюанс. У агульны стаж увойдуць не 9, а 12 гадоў дэкрэта. Пытанні памеру стажу і пенсіі вострыя і для шэрагу іншых катэгорый. Зараз ім таксама будзе лягчэй. Інвалідам первой и второй группы, которые находились на инвалидности не менее 10 лет до достижения пенсионного возраста, снижаются требования по страховому стажу для назначения пенсии по достижению пенсионного возраста пропорционально времени нахождения на инвалидности. Что касается инвалидов с детства, то им также есть изменения. На 5 лет снижаются требования по стажу работы, который необходим для назначения досрочной пенсии по возрасту. Женщинам с 20 до 15 лет требуется стаж, а мужчинам с 25 до 20 лет. А кроме того, с 1 вересня изменится, что месячная адресная допомога малозабеспеченным шматдетным семьям. Причем отримливать ее можно будет на протягу года, а не 6 месяцев. Один из указов замацевал и надбавки для супрацовников державных установ социального обслуживания, работа яких ускладнилась за пандемии коронавирусу. В Гомельской области 14 интернатных установ и 9 отделений круглосуточно. Там живут около 3000 человек. Каб минимизировать распавсюджванне инфекции, интернаты перевели на вахтовый метод працы. Работники находятся там по 14 дён. 18 мая главой государства подписан указ о материальном стимулировании данной категории работников. Указом предусмотрены доплаты за работу в условиях вахтового метода. Доплаты данные дифференцированы в зависимости от категории работников, ну и степени работы с инфицированными больными. И добрая новина для семьи, которые марать об уласным дитяти. У новый указ уключена одна бесплатная спроба экстракорпорального оплодотворения. Допомогу окажут адресно. Узрост жанчыны повинен быть до 40 годов. Так само треба иметь медицинские показания. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель».